بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته всем нашему дорогому гостю Асхат Хазрату. Хазрат, салам алейкум. Да, Хазрат с нами сегодня последний день. Последний день. Он с нами последний день Рамадана 2021. Да. Но не последний день следующих месяцев, месяцев, иншалла, этого года, следующего, следующих лет, иншалла. И сколько Аллах предопределено нам, иншалла, на тааван, то есть друг другу помогать в распространении благого. Дай Аллах, чтобы мы все это время делали. Амин. Что хочу сказать, мы сейчас начнем тафсир. Машалла, люди добавляются. Тафсир Кур'ана. Хазрат нам сделает, иншалла, последнее наставление. Наверное, ничто не является таким прекрасным и уместным наставлением в этот месяц, чем Кур'ан. Кур'ан, к которому, дай Аллах, мы больше привыкли. Дай Аллах, который мы больше прониклись. Дай Аллах, это та книга, без которой, по которой будут скучать наши сердца. И я вот по себе помню, все мы обычные люди. Рамадан проходит, праздники проходят, и в сердце остается такая вот тоска, и хочется ночью встать. Вот. Да, каким бы ты ни был, там, все равно хочется ночью встать, уже как-то вот оно не то. Потом, конечно, привыкаешь, если не встаешь, потом привыкаешь. Это в привычку входит. Но дай Аллах, чтобы нам вот, пока у нас привычка осталась к благому, наоборот, к тому, чтобы вставать ночью, дай Аллах, чтобы мы это использовали. И даже сподвижники, они тоже говорили о том, что не было у них тоже такого, знаете, вот щелчок такой, вот чудо, что он ночью встал, и вот у него все прям вот как робот. Нет, они говорили о том, что у них уходили месяца, года для того, чтобы приучить себя к ночному выстаиванию, пусть это будет полчаса или час. Да, и только потом они уже физически и психологически находили усладу в этом, и вот не могли уже без этого жить. Поэтому я в первую очередь, конечно, говорю себе, пусть это будет поддержкой для меня и для всех наших любимых учеников, для всех, кто любит наш проект и любой исламский проект. Все мы, машалла, рабы Аллаха субханаху ва тааля, и все мы стремимся, кто чем может приносить благо. Вот, у всех сегодня хорошее настроение, машалла, и у Хазрата, я смотрю, и у нас, и сегодня с другими спикерами общались, альхамдулиллах, вот вчера тоже некоторые итоги проводили, Хазрат. Хазрат у нас, Хазрат, это наш друг нашего проекта, поэтому некоторая информация для него тоже, она как бы новая. Вот. У нас был, получается, марафон в этот месяц. Марафон хорошо закончился. Были мероприятия для мужчин. Это тафсир Кур'ана с Асхат Хазратом. Они были ежедневные. Значит, общий охват вот эфира был 2-3-4 тысячи. Вот за эфир, пока мы 15 минут находимся, 2-3-4 тысячи людей, альхамдулиллах, заходят. Вот. Но постоянное количество, оно, конечно, другое. У нас также в марафон входили, был тафсир для женщин, тоже ежедневный, но он был долгий, там, час-два каждый день. Такое определенное комьюнити у сестер сформировалось. Я, как понимаю, Хазрат пока вышел, иншаллах, сейчас зайдет. У сестер образовалось такое комьюнити, спикер Карпова Халима, тоже тафсир. Тоже такая, я как понимаю, очень уютная такая атмосфера образовалась в этот месяц у сестер. Есть группа в Телеграме, поэтому все вы можете добавляться. Это вот для жен, для сестер, для мам, для женской половины нашей прекрасной, иншалла. Также у нас ежедневно были уроки для детей по Сире. Спикер Рифат Хазрат пытался, старался, значит, максимально подавать тот контент, который будет понятен нашим детям. И, машалла, вчера, вот сегодня тоже я благодарственное видео записывал нашим сестрам, нашим кураторам. Простые сестры, которые где-то получили какие-то знания. И более того, также были там наши выпускницы, которые закончили Академию Медины и стали кураторами. Было 8, 9 или 10 сестер в этом месяце, которые взяли по 10, 15, 20 сестер и вместе с ними в кружках, группах, прочитали весь Коран полностью, Маша. Несмотря на то, что у них были мужья, дети, родственники, пост. Очень благодарен. Очень благодарен всем. Асхат Хазрат, к сожалению, видимо, сейчас вышел. Сейчас зайдет, иншалла. Такое бывает. Но вот, к сожалению, нас, наверное, видимо, меня сейчас не слышат. Я его еще раз в конце поблагодарю. То есть мы вот прям полностью благодарим Асхат Хазрата, Карпову Халиму, Рифата Хазрата и наших вот этих сестер-кураторов, которые
весь месяц были с нами, с сестрами, полностью Коран закончили. Альхамдулиллах, хазрат, у нас вот 8, 9 или 10 групп сестер, в кружке каждой было по 10, 15, 20 сестер, полностью прочитали Коран, караатан. Караатан прочитали полностью. Да. И радует, вот что действительно радует, ну, пока мы такой исторический момент ума переживает, то, что на самом деле мы, ну, мы привыкли говорить, а вот делать вот постоянно, вот так вот системно, добиваться стратегических результатов, ну, пока мы еще вот не научились. Учимся, альхамдулилля. И вот радует то, что простые сестры, машалла, вот взяли и вот до конца довели. Вот это вот очень сильно радует, машалла, очень сильно радует. Асхат Хазрату не привыкать, Карпова Халима, как бы это тоже, там мы уже как бы, ну, как бы вот, все, мы, как сказать, повезло, не повезло, мы уже как бы учителя, да, мы, нам вот, ну, это наш ваджиб, народ учить. А вот эти сестры, машалла, простые сестры, альхамдулилля, пусть Аллах воздаст им благом и сделает их примером для нас и нас для них, иншалла, амин. Амин. Хазрат, я тут рассказал про марафон, всех поблагодарил, вас, иншалла, в конце тоже поблагодарю. Давайте передадим вам слово, да, вот, потому что, машалла, уже очень сильно все к вам привыкли, альхамдулилля. И напишите в комментариях, в конце обязательно попросим Хазрата почитать Коран. Обязательно, иншалла. Иншалла, баракалла фикум, джазакаллаху хайран. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух, ва алейкум ассаляму алейкум, ва Машалла, джазакум ла хайр. Во-первых, хотел сказать вам, шейх Абдул-Басит, отдельно лично нашему брату, которого мы не видим, субханаллах, много дел делает для этого проекта, который снимает оператор наш, брат, уважаемый брат Махди, машалла, все братья, которые, альхамдулилля, причастны к этому, иншалла, кто приходили, так скажем, слушали наши уроки и другие, альхамдулилля, участвовали в других проектах. Пускай Аллах субханаллах примет, иншалла, и сделает это как садака, инда Аллаха азза ва джалля, как таким благим делом перед Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Конечно, сегодня вот последний день, субханаллах, и какая некая такая, знаете, с одной стороны, радость, то, что как фархата, вот то, о чем мы говорили, фархату ссания, инда фархата ль-уля, вторая радость, от первой радости, которую дали сами фархатан, как сказал Прошлый сами фархатан, для постящихся две радости. Одна радость — это когда в этой жизни мы разговариваемся. Вторая радость, с первой радости, когда Аид будет завтра, то, что мы будем радоваться, то, что Аллах Субхану Ва Тааля дал нам возможность пропаститься. И мы говорим «Альхамдуллахи Субхану Ва Тааля», чтобы просим, чтобы наш пост не был просто «Аль-Джу'а Валь-Аташ», чтобы наш пост не был просто голодовкой и там жаждой, и чтобы наше восстание молитв не было просто «Та'абу ас-сахар», просто там бессонница и какое-то уставание, а именно что было, и человек принят Аллаху Субхану Ва Тааля, просим Аллаху Субхану Ва Тааля кабуль, как говорили в хадис сахаба радвана Аллаху алейхим, и говорили «Антум сумтум лиллахи 30 йома, ва кумтум лиллахи азза ва джалля, фал йом харачтум татлубуна минхум кабуль». Вы 30 дней постились, 30 дней молились, сейчас вы вышли в день Аида, просите Аллаху Субхану Ва Тааля, чтобы Аллах принял Субхану Ва Тааля. И хотелось бы, то есть, во-первых, что сказать? Во-первых, хотелось бы некую, такой, скажем, раскрыть секрет, такой небольшой секрет нашей вот подачи информации, которая была. Мы, если заметили, некоторые, это специально так было, у нас некоторые уроки были тафсир, то есть мы брали аяты и ему делали тафсир. А некоторые уроки не было тафсиром. Это был тааммулят аль-Кур'ания. То есть, когда вокруг аята мы размышляли, приводили какие-то истории, приводили истории, которые из жизни, приводили истории из жизни сахабов, из хадиса пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Это называется как бы тааммулят хауля аль-ая. Это размышление над аятом. А тафсир, именно когда каждый брали, пару у нас было таких уроков, муфрадатов, именно вот эти... брали мусталахат аль-Кур'ания, брали вот эти термины, которые приходят в суре, разбирали, ихтиляфи приводили и так далее. Это и называется тафсиром, чтобы мы прочувствовали фарк байна та'муляду, фарк байна тафсир, именно разницу между тафсиром и между, то есть, размышлением над аятом. То есть, это две разные вещи. Тафсир — это как наука, уважаемые братья и сестры, которые... у них есть дауабит, у них есть обязательные вещи, то есть, к чему мы должны возвращаться, чтобы делать тафсир и так далее. Мы показали это суру, картинку, и другую картинку размышлением над Кораном, размышлением над аятом Корана. Просим Аллах Субхану Ва Тааля, чтобы нас принял. Ведь Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хайрукум ман тааллама аль-Кур'ана ва 'аллама». Наилучший из вас тот, кто изучал Корана и обучал его другим. Имеется в виду, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал: «Хайрукум ман хафиза аль-Кур'ана ва хаффаза». Наилучший тот, кто вызубрил Коран и обучал его других зубрить. Нет, а сказал: «Кто тааллам, изучал Коран». Сюда входит и хифз.
то есть изучи, наизусть учить. Сюда входит и тафсир, сюда входит и таамулят, размышления, сюда входит таджвид, бахарадж аль-хуруф, насих валь-мансух, аят аль-муташабихат, мухкамат. То есть все сюда входит, лугат аль-арабия, все сюда входит. Хаул вокруг хадиса, где сказано, хайрукум ман тааллама аль-Куран ва 'аллама, наилучший из вас тот, кто изучал Коран и обучал его других. Сегодняшний последний вот этот вот день, тогда Аллах Субхану ва Тааля, чтобы нам еще много лет так встречаться, уважаемые братья и сестры, чтобы Аллах Субхану ва Тааля вернул нам Рамадан Ауаман Мадида, Адида, Уазминатан Мадида, чтобы много еще возвращал к нам Рамадан, Каррат, Умаррат, чтобы мы встречали и поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля. И хотелось бы, так как заканчивается Хитам Гумиск, заканчивается Рамадан, заканчивается месяц, сейчас скоро Магриб уже будет, все уже настанет Шаваль. Что хотел сказать? Первое, как раз хотелось бы воспользоваться, шейх Абдул-Басит, если разрешите, возможность вашей площадки, потому что многие будут звонить и спрашивать, в Москве в мечетях Аид намаз не будет. То есть мечети не будет, потому что из-за коронавируса все мечети как бы это, то есть дома читают. Только на проспекте Мира будет проводить шейх муфти, шейх Рауль Айнуддин, и мы, Равиль Гендуддин, и мы, имамы тоже туда пойдем на эту мечеть, на этот намаз, иншаллах, а так каждый будет как бы дома читать. И альхамдулля, нету в этом как бы, то есть, ну, такая, как в том году, помните, была пандемия, мы не смогли даже Рамадан читать, но в этом году, альхамдулля, только на Аид будет закрыто, и утренний намаз тоже завтра не будет мечеть открыта на утренний намаз, а так, альхамдулля, уже на Зухр завтра откроется. Это в Москве, чтобы люди поняли. В других регионах, Аллаху алям, я сейчас говорю касательно Москвы. И хотелось бы, чтобы закончить вот этот вот эфир, то есть напомнить нам, то есть первые аяты, которые были неспосланы, чтобы мы запомнили, первые суры, которые была неспослана, потом последние суры, которые была неспослана, последние аяты касательно хукма ахкамов, халяль-харам, и сделать акцент на последний аят вообще, который был неспослан пророку, саллаху алейхи ва саллям, и от этого толкнуться. Первое то, что было неспослано на сердце нашего любимого пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям, вы все знаете первые пять аятов из сурат аль-Алак. Икра, читай. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел Джибраиля, алейхиссалям, в своем виде, кама хуа, у него было 600 крыльев, одно крыло покрывало всю дунья, то есть это вне пространстве было, самавати валь ард, небеса и землю покрывало, такой был икра, то есть страшно было ли пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он даммаху саляс, ва арсаляху саляс, ва каля саляс, то есть икра, бисми раббика лази халак, халакал инсана мин алак, икра ва раббука лакрам, лази аллама бил калам, аллама линсана ма лам яъни. Это первое то, что Аллах Субхану не спасал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи на сердце, из аятов. Потом он прибежал к своей супруге Хадидже, ему стало страшно, сказал, дастируни, дастируни, замилуни, замилуни, укройте меня, укройте. И Аллах Субхану ва Тааля не спасал целиком, полностью суру, муддастир. Я юхаль муддастир, кун фа анзир ва раббака фа кабир, ва сибака фа тахир, иля ахрихи. Последнее, что было неспослано пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, как сура, полностью это сура ан-наср, ида джаа насруллахи валь фатх. Последнее, что было неспослано из аятов ахкам, то есть хукма шариатского халаль харам, аль-йаума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислама дина, то есть Аллах субхана неспослал, где сказал, сегодня я вам усовершенствовал религию и довольствую для вас религии ислама, то есть религия ваша полная, туда ничего добавлять не нужно. То есть хукма больше не было никакого, что запрещено, что дозволено, что желательно и так далее. У нас ахкам шариа хамса, то есть фикх, если изучать, да, пять хукма шариат, это ваджиб, это харам, это халяль, то есть мандуб, мубах, мандуб и мустахаб. Что касательно ханафита, добавляет еще один хукм, это фард. Остальные три мадхаба не разделяют между ваджибом и фардом. Ну, сейчас в фикх не будем заходить. И последний аят, это где Аллах Субхану ва Тааля сказал, ниспослал, это последнее из всего Корана, то, что было ниспослано на сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сурата Аль-Бакара, Всевышний сказал, «Ваттаку яуман туржауна фихи иля Аллах». То есть давайте поразмышляем на тааммаль. «Ваттаку яуман туржауна фихи иля Аллах». Бойтесь дня, когда вы все вернетесь к Аллаху. Сумма туфа куллю нафсин ма касабат ва хум ла юзламун. После этого каждая душа получит то, что она заслужила, и никто не будет притеснен. Тут две вещи. Одна вещь нас успокаивает, другая вещь нас устрашает, и посередине этого вещь подбодряет.
чтобы мы не были миналь гафилин, не были из тех, которые не размышляют, которые... То есть самое страшное, что жить фи гафля. Фи гафля, знаете, вот сейчас вот, например, приведем пример. Последний день, телефон разрывает, там звонит, это, ничего не успеваешь и так далее. Хочешь ибадат сделать, хочешь это сделать, хочешь Куран почитать, хочешь и семейные дела есть, и тут звонит, и там, и это, и ты смотришь, время проходит, и уже, субханаллах, уже ифтар, как бы, и вроде как бы что-то успел сделать, что вот это вот, и жизнь бывает у человека так, он не знает туда-сюда, его как бы, его штормит в этой жизни, и он что-то хочет, на что-то настроиться, на что-то не может, и что-то конкретно взять. Вроде бы как хочет все успеть, но конкретно ни одну вещь даже сделать не может. Вот это гафля. И жизнь проходит, и он даже не понял, как прожил. И потом говорит, «Раббир джи'ун, Аллах, верни меня. Ля'ли амену салихам фима таракти. Может быть, я сделаю еще благие дела, которые я не успел сделать». «Каля калля». Нет уже, время уже нету. У тебя было дано время. Поэтому просите дуа Аллаха субханаху по последние часы Рамадана. Я тоже прошу самое, чтобы не жить фи гафля, алля накуна миналь гафилин. Чтобы мы не были из тех, которые вот попали вот в эту некую такую вот... Как шейх правильно перевести гафили? Да, беспечность, да. То есть вот беспечность, то есть не успеваешь и так далее, и все, жизнь прошла. Поэтому, и также Рамадан прошел. Вот кто-то провел его с пользой сейчас. Кто-то провел, альхамдулля, сделал айбада, поклонялся Аллаху полностью, как бы настроился. Телефон звонит, ничего страшного, подождет. Сейчас время для Аллаха. А кто-то вот так вот провел быстро-быстро, не знаю, что последние 27-ю ночь, не знал, что сделать, четкие положил перед собой, побольше думал сделать, откар это. И потом, ага, зикр об этом, об Аллахе не думал, тут и намазы хочет почитать, и то, и не знаешь, что сделать. То есть поэтому, а кто-то с пользой провел. Поэтому вот эта вот беспечность, это очень опасная вещь. Поэтому... В этом аяте, что Аллах Субхану Тааля говорит, вот такой я вам, бойтесь Аллаха. Здесь Аллах нас устрашает, чтобы мы боялись его наказания. Вчера мы с братьями разговаривали, когда про богобоязненность, братья приезжали, там делегация. И а как Аллаха бояться? Может быть, его любить или что больше его делать? Кто-то говорит, я боюсь страха, я боюсь наказания. Кто-то говорит, а я больше надеюсь на награду. И это, и то должно быть. Аллах в Коране говорит, вот такой я умен турджаун фихи илля Аллах. Бойтесь Аллаха, когда вы вернетесь к Аллаху. Бойтесь дня, когда вы вернетесь к Аллаху. Аллах в Коране в другом аяте говорит: «Ва'ляму анна Аллаху шадиду л'икаб, ва анна Аллаху гафур рахим». Знаете, что Аллах, у Аллаха сильное наказание. И также знаете, то, что Аллах, субхана ва та'аля, прощающий, милосердный. Ученые говорят, шадиду л'икаб, это для кого? Ссылаясь на аят, это для кафара, залама, аль-фуджар, это неверующие. Это мушрики, это притеснители, это муджримин, которым постоянно-постоянно любят грешить, грешат и не задумываются, и всегда и полюбили грех. Альхамдуля, мы с вами с детства и сейчас не любим грехи. Но грешим, потому что каждый человек грешит. Какие-то грехи есть. Альхамдуля, мы большие грехи не делаем, иншаллах. Но просто муджримин, который любит грешить, любит грехи, любит распространять грехи, вот из этих не быть. Поэтому это для них, говорят ученые. Вот бойтесь, знаете, что Аллах есть сильное наказание. Но для человека, который полюбил Аллаха, связал свое сердце с Аллахом, субхану тааля, и живет, аляму анна Аллах гафур рахим, знаете, что Аллах прощающий милосердный, что вот эти Аллах прощающий милосердный. И ссылается на другой аят, где субхану тааля говорит, ма яфаалю Аллаху би азабикум, ин шакартум ва аманту, ва кана Аллаху шакиран алим. Ма яфаалю Аллах знает. То есть зачем Аллаху вас наказывать, если вы... Шакартум, благодарны Аллаху, амин, и верите в Аллаха. То есть человеку ответ это, для чего Аллаху наказывать тебя? Брат мой, сестра, если мы Аллаха благодарим, если мы не любим грешить, аль-хамду, если мы большие грехи не делаем, если мы уверовали в Аллаха сердцем, зачем Аллаху нам, это когда ты ребенка берешь, он что-то там нечаянно что-то сделал, там уронил и так далее, ты же его не будешь там за это наказывать. А когда он подросток, там подрос и какие-то делает такие уже осознанно, тогда да. Но здесь зачем Аллах Субхану Тааля наказывает? И здесь вот этот аят, где нам дают вторую часть, чтобы и надежда, вот такой он турджауна фигилал, сумма туафа куллю нафси ма касабат, это оставим, потом возьмем последнюю, сумма туафа куллю нафси ма касабат, ва хум ля юзаламун, никто не будет притесненным. Вот это аят, что нам дает? Нам, альхамдулля, надежду и на рай, потому что мы, альхамдулля, притесненными не будем. Поэтому, если мы сами себе не притесняем грехами там, и такими делами, кучей грехов, там, любви по отношению к греху, ширком, не дай Аллах, субхану тааля, зульмом, тогда, альхамдулля, никто не будет из нас притеснен. Это аят, эта часть аята нас успокаивает. А посередине этого побуждение, что туаффа куллю нафси ма касабат. Каждая душа заслужит то, что она заработала.
То есть здесь, если человек заслужил грехи, он заслужил это. Если человек там заслужил, если он был притеснителем, он заслужил то, что получил. Если человек старался ради Аллаха, проявлял усердие и так далее, где-то, может быть, спотыкался, где-то еще что-то, но дальше шел, просил Аллаха прощения всегда. И альхамдулли, еще к Аллаху, тогда, иншаллах, видно ли, субхану ата'аля, он получит тоже то, что заслужил, и Аллах прощающий, милосердный. Вот это, что хотел сказать, братья и сестры, то есть сейчас Рамадан заканчивается, и мы вот это, с этим аятом, если будем жить, как мы говорим, все бойтесь Аллаха, когда к нему все вернемся. Это самое последнее. Хикма. Это мудрость Аллаха, то, что это самое последнее, что Аллах не спознал на сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Рамадан закончился, но поклонение не закончилось, братья. Аллах в Коране говорит, не сказал, «Ва'буд раббака хатта ятияка шаваль». Аллах не сказал, поклоняйся Аллаху, пока не придет шаваль. Нет. Он что сказал? «Ва'буд раббака хатта ятияка». Поклоняйся Аллаху до тех пор, пока не придет тебе смерть. Выставили намаза, но тахаджуд, вот альхамдулиллах. И сейчас мы должны выставить. Дальше продолжать, иншаллах. Если мы смогли сейчас просыпаться ради Аллаха, хотя бы два раката читать, помните, что два раката ради Аллаха прочитал человек, ведет его в рай, альхамдулиллах. Дополнительные молитвы есть, духа, есть киямуль-лейль, витр, вот эти намазы не оставлять. После омовения пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Билялю, радиаллаху анху, инна асмау саутан алейк фил джанна, я слышу звук твоих сандалий в раю. Он после каждого омовения два раката намаза читал. Альхамдулиллах, мы можем, можем. Второе, что сиям, пост, мы постились, но сейчас 6 дней. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ман сама Рамадан. Ва атбау сита мин шавал, кана лаху кас-сиям ад-дахр. Тот, кто пропастился Рамадан, и после этого 6 дней шаваля, без разницы подряд или раздельно, но 6 дней. Но если у него были долги, Рамадан вначале должен закрыть долги, потом пропаститься 6 дней. Потому что если он долги не закрыл, значит, он еще не пропастился Рамадан. И в шавале 6 дней пропастился, как будто целый год пропастился. Почему? Потому, ученые говорят, целый год, потому что 30 дней умножаем, каждое дело на 10 умножается. 30 на 10, 300, 6 на 10, 60, 360 дней в году, поэтому. Следующее, мы смогли с вами оставить халяль финага Рамадан. Халяль, то, что Аллах дозволил, смотришь на еду, хочешь курс, оставляешь ради Аллаха. Она для тебя халяль. Но ты оставляешь. Воду хочешь, оставляешь халяль. Близость супруга халяль. Но оставляешь ради Аллаха. Неужели мы с вами не сможем оставить харам? Или мы такие слабые, такие немощные? Конечно, мы немощные перед Аллахом. Он только один великий. Но слабый имеется в виду, что хочу. Мы слабые творения создания Аллаха. Но у нас должно быть некий вот такой вот азм ради Аллаха. Некая вот такая убежденность. И любовь по отношению к Аллаху. Я... Человек сотворен слабым. Но, однако, слабость, она бывает двух видов. Табиия, именно та, которую Аллах заложил в человеке изначально по природе, то, что человек слабый, и один великий, мощный Аллах, а другая, которую человек сам себе навязывает слабость. Слабость, то есть у него вот этой решительности нету, то есть он вроде как-то легко поддается на то, на соблазн и так далее. Вот здесь мы должны быть сильными, стойкими ради Аллаха, субхану ва тааля. И тогда мы сможем, вот как мы принесли весь месяц, так принесли в поклонение, альхамдулилля, оставили харам, оставили халяль ради Аллаха, субхану. Также мы должны оставить харам на протяжении всего года и, иншаллах, поклоняться Аллаху, субхану ва тааля. Когда спросили, салям салих, спрашивали, что вы скажете о тех людях, которые поклоняются только в Рамадане? Они сказали, говорили, хауляй ибаду Рамадан, ибаду Рамадан, валяйсу ибаду рабби Рамадан. Они поклоняются Рамадану, но и они не поклоняются, не рабы создателя Рамадана. Бисаль каум ля яарифуна Аллах илля фи Рамадан. Какой ничтожный народ, неужто они познают Аллаха только в Рамадане? Поэтому, братья мои, кто полюбил Рамадан, тот же полюбил Шаваль, тот же полюбил Зуль-Хиджа. Сейчас у нас будут потом дальше еще благоприятные дни, 10 дней Зуль-Хиджа. Самые любимые 10 ночей перед Аллахом, Ашра Вахр мин Рамадан, последние 10 ночей Рамадана, самые любимые дни, это 10 дней месяца Зуль-Хиджа, первые 10 дней. Йом Аль-Арафа, самый любимый день перед Аллахом, Субхану Та'аля. То есть Аллах, Субхану Та'аля, тоже принимает дуа, самый любимый дуа, день Арафа. Поэтому, альхамдулиллах. И вот, знаете, братья, сестры, я что хотел сказать, вот быстро пролетел этот месяц, как будто мы в него зашли и вышли. И также жизнь. Мы в нее зайдем и из нее выйдем. Тоже очень быстро пролетит. Очень быстро пролетит. И дай Аллах, субхану ва тааля, чтобы она была, чтобы мы не были из числа гафилин, и чтобы поклонялись Аллаху, субхану ва тааля. Джазакум ла хайр вам всем, то, что были с нами. Шейх Абдул-Басит вам, братьям, шейх Махди и всем братьям, сестрам. Пускай Аллах, субхану ва тааля, будет доволен нами. Простит нам наши грехи, альхамдулиллах. Последние вот сейчас вот часы, иншаллах, делайте дуа
за всю умму, за наших братьев и сестер в Палестине, за в Китае, за наших братьев уйгуров, которые притесняются, за в Бирме и много-много во всех, может быть, даже не видим это, но просто, иншалла, просить у Аллаха, субхану, чтобы Аллах, субхану, тогда дал, иншалла, именно ан-нуср, и дал Аллах, субхану, иншалла, выход из этого положения, облегчил Аллах, субхану ва тааля, и чтобы Аллах, субхану, принял наши дуа, чтобы не бросил наши молитвы и посты нам в лицо в судный день, чтобы было принято. Джазакум ла хайр, ва Аллах барфикум, Аллах хафадкум, ва ракум, джазакум ла хайр. Ва иякум хайр льза, хазрат, ва иякум хайр льза, да воздаст Аллах тоже вам благом, всем благом, аминь. В первую очередь благодарю хазрата, хазрат, вот прям так в прямом эфире, джазакум ла хайр, то есть, ну, огромное вам спасибо, искреннее сердце, что вы согласились, что вы нашли время. Надеюсь, вам было приятно с нами работать. Да, были некоторые технические проблемы, но я думаю, зато мы смогли вот с помощью этой программы транслировать во все социальные сети для максимального охвата. Очень было приятно. Прошу Аллах, субханаху ва тааля, чтобы в этом Аллах заложил максимальную пользу, максимальную барака, иншаллах. Аминь. Да, хазрат. Что хочу сказать ученикам, нашим ученикам, иншаллах, нашим слушателям, нашим зрителям и нашим ученикам, и не нашим ученикам, всем, кто с нами, что у хазрата есть ресурсы, у него есть YouTube, у него есть Instagram. Под записью этого эфира, иншаллах, будут ссылки, я думаю, на YouTube, на Instagram, иншаллах. Заходите, хазрат, иншаллах, он не только в Рамадан в эфире, но он выпускает контент и вне Рамадан, альхамдулилля. Что касается нашей платформы, нашей площадки, то мы работаем для вас, дорогие братья и сестры. Альхамдулилля, мы на рынке уже 3,5 года, скоро у нас будет 130 тысяч студентов, иншаллах. Вот. Летом мы готовим для вас сюрприз. Это прекрасная, интересная, геймифицированная, игрофицированная, новое приложение. Так как у нас уже все, компьютеры ушли на задний план, планшеты тоже, все мы ходим сейчас со смартфонами, иншаллах. И делаем для вас этим летом новое, интересное приложение. Дай Аллах, чтобы вам оно очень сильно понравилось. Вот. Вся эта работа организована для вас. На самом деле вкладываются немалые средства во все это дело. И этот месяц нас порадовал тем, дорогие братья и сестры, что, ну, на самом деле, когда чем-то занимаешься, вот этот айсберг, он сверху кажется маленьким, а вот под ним там в воде это такая махина, очень, очень много на самом деле ресурсов тратится. И в этот Рамадан, машалла, были задействованы ресурсы не финансовые во многом, а волонтерские. Асхат Хазрат, Карпова Халима, Рифат Хазрат, то есть мужчины, женщины, дети и наши сестры-кураторы, все это волонтеры. Никто с копейки не взял, машалла, пусть Аллах воздаст им всем благом, все это волонтеры. И, ну, наша умма вообще воспитана на этом. Слово такое новое. На самом деле это всегда было. То есть вот это, то есть основа, то, что мы распространяем благо, ну, не за динары и дирхемы. Вот. Но все же я это подчеркиваю, чтобы вы понимали, что, альхамдулилля, благо есть, чтобы вы тоже брали с этого пример, и мы, чтобы все с этого примера брали. Альхамдулилляхи Раббиль Алямин. Академия Медина работает круглосуточно, поступать можно в любой день года, в любое время суток. Поступайте, учитесь, заканчивайте. Мы вам дарим красивые дипломы, золотые дипломы замечательного качества стамбульского производства для отличников и зеленые стандартные для наших обычных учеников. Если вы... Мне захотелось, валлахи, прям поступить в академию, чтобы диплом вот этот получить, машал золотой. Вы видели его на видео, да? Не-не-не, вот вы, как вы сейчас записываете, так прям машаллах, представляю уже его. Да-да, у нас это, да, на сайте есть видео и фотографии, как бы фотосессию этого диплома тоже делали, чтобы мы делаем все, чтобы мотивировать вас, дорогие наши ученики. Поэтому поступайте, если не вы сами, то рекомендуйте женам, мужьям, родственникам, друзьям, как бы вот это то образование, которое на ногах онлайн, на дистанционке, как бы вот бесплатно идет в ваши дома. И программа маленькая, несложная, это база, которую должен знать каждый мусульманин, чтобы молиться, поститься без ошибок, чтобы понимать, что такое Коран, кем он был ниспослан, как он был ниспослан, кто такой Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, какую жизнь он прожил в общих ее чертах, в Мекке и в Медине. Вот такую базу, которую должен знать каждый мусульманин, мы даем в этой академии. Еще раз благодарю хазрата, благодарю всех, кто был с нами, благодарю всех из сотрудников Академии Медина, кто нам помог это все дело организовать.
Вот, пишите, можете писать обратную связь, что понравилось, что не понравилось, что бы вы хотели видеть по-другому, что мы должны усилить, что должны как бы облегчить, уменьшить, иншаллах. Все, мы сейчас всех отпустим и попросим в конце хазрата хотя бы вот минутку, полминутки почитать нам в последнем эфире, в последнем мгновении этого месяца что-то из книги Аллаха. Ва джазакум ла хайран. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بباب سور له باب وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وقليل منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم ما شاء الله حضرات جزاكم الله خيرا очень красиво дорогие братья и сестры для тех кто понимает арабский язык эта красота она непередаваема красота Корана поэтому изучайте язык иншаллах Хазрат, мы вас отпускаем всех. Изак Мухайра. Аллах барик фикум. Ассаляму алейкум. Рахматуллахи. Ва алейкум.